Hi, my dear subscribers. Today we will read Russian text for business purposes. In accordance with, в соответствии с, the agreement reached earlier, достигнутой ранее договоренностью, a delegation of representatives of the American export-import company Unicor is leaving for Moscow on a 5-day visit. В Москву с 5-дневным визитом отправляется делегация представителей американской экспортно-импортной компании Unicor. On a 5-day visit, с 5-дневным визитом, a delegation of representatives, делегация представителей, the American export-import company Unicor, американской экспортно-импортной компании Unicor. The purpose of the visit, цель визита, is to hold talks, провести переговоры, to discuss, обсудить, and sign the agreement and articles of the association on setting up a joint venture with the firm Interexport. Подписать договор о создании совместного предприятия с фирмой Interexport и его устав. Совместное предприятие, a joint venture, с фирмой, with a firm. Interexport and Unicor are the founders of the future joint venture. Interexport и Unicor являются учредителями будущего совместного предприятия. Founders – учредители, future – будущего, joint venture – совместное предприятие. Members of the American delegation, член американской делегации. Mr. Presby, president of the firm. Господин Presby, президент компании. Mr. Smith, financial director. Господин Смит, финансовый директор. Mrs. Ashley, senior legal advisor. Госпожа Эшли, старший юрист. Mr. Brown, production manager. Господин Браун, начальник производственного отдела. Mr. Matlock, chief accountant. Господин Matlock, главный бухгалтер. The delegation is flying to Moscow by Aeroflot flight number 316. Делегация вылетает в Москву рейсом Аэрофлота номер 316. So, let's read Russian text once more time. В соответствии с достигнутой ранее договоренностью, в Москву с 5-дневным визитом отправляется делегация представителей американской экспортно-импортной компании Unicor. Цель визита – провести переговоры, обсудить и подписать договор о создании совместного предприятия с фирмой Interexport и его устав. Interexport и Unicor являются учредителями будущего совместного предприятия. Член американской делегации – господин Пресби, президент компании, господин Смит, финансовый директор, госпожа Эшли, старший юрист, господин Браун, начальник производственного отдела, господин Мэтлок, главный бухгалтер. Делегация вылетает в Москву рейсом Аэрофлота номер 316. Shukran for watching this video and subscribe to my channel. Ma'a salama. Пока-пока.